Привет, друзья! С вами VGaming. Слегка играю в Властелин колец. После вайпа в конце августа начну играть основательно. Сегодня хотелось бы вам рассказать, как увеличить мощность войска. Для того, чтобы вы могли захватить землю с более высоким показателем власти, вам необходимо войско с большим показателем мощности. Вот просто посмотрите. Простым переставлением видов отрядов мощность войска изменяется. Но почему так? И тут все оказывается связано с командиром. Играя за фракцию Рохан, моим первым командиром выбрал Эовин. Сейчас посмотрим ее титулы. Дева щита – отряды ближнего боя с возможностью 50%, получаемый физический урон снижается на определенный процент в зависимости от уровня навыка. То есть при использовании войск ближнего боя мощность вашего войска будет увеличиваться. Второй титул Рухерим распространяется на кавалерию, которая дает прибавку к их урону. Таким образом, получается, командир Эовин дает бонусы отряда ближнего боя и кавалерии. Если собрать войско в ее главе с отрядами ближнего боя и кавалерии без лучников, то мощность войска возрастет, и вы сможете захватывать территорию с большей властью. Итак, вначале у нас есть командиры. Читаем способности их титулов. Акцентируя внимание на определенных родах войск и стараемся как можно больше делать численность данных родов войск, и вуаля, мощность войска возрастает, что нам как раз и надо, если мы хотим, как говорят, вытягивать за уши игру. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить видео по игре Властелин колец. Всего доброго!